С вами Никита Чернов и... И Дед Мороз. Дед Мороз, да. Сегодня, короче, у нас челлендж на точность. Мы берем снежок и у нас 5 ударов, чтобы попасть в мусорку. Погнали. Первый удар, Дима. Попал! Второй удар. Мимо! Сейчас снег, кстати, на улице. Третий удар. Нет! Уже 2 раза попал. У меня здесь может выиграть. Ну, в футболе у меня не выиграет, а здесь может быть... Да, здесь может быть и выиграет. Да ладно, 3 раза. Еще один разок ему осталось. Если он попадет, то у меня шанс вообще нет. 3 раза уже попал. Yes! Мне надо попасть 4 раза, чтобы мимо. Минус. Все, уже как минимум проездил. Короче, у меня осталось 3 удара. Я должен все эти 3 удара попасть, чтобы... У меня нога болит. У меня нога стоит. Палец, а все нормально? Давайте. Да, только не надо подкрепиться, дай ютуба. Все нормально, давай. Лучше подписчиков. Все, ну просто. Давай.